Живая летопись и одновременно кузница отечественного кино. Почти мистическое место, в котором параллельно существует множество миров и времен. Мосфильм отмечает свое 90-летие. За это время на базе концерна сняли более 1500 картин, многие из которых вошли в золотой фонд мирового киноискусства. Мосфильм – это самый настоящий город чудес. «Я шагаю по Москве», «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница» – все эти фильмы давно классика мирового кино. Родились они здесь. На стенах этой фабрики грез сотни фотографий мастеров. Впрочем, и сегодня в ее бесконечных коридорах мастеров не меньше. Работники киностудии шутят, что при желании могли бы одеть население небольшого города и даже обмундировать целую армию. Придуманные на Мосфильме наряды нередко становились модными трендами. История Мосфильма началась 90 лет назад на Ленгорах. Знаменитая эмблема «Рабочая колхозница» появилась позже, в картине Александрова «Весна». Оказывается, вот это реально, это авторская копия. То есть, ну, это сделано самой Верой Ивановной Мохиной специально для марки Мосфильма. Мы ее нашли, и вот теперь она у нас в диспетчерской стоит. Одновременно здесь снимаются десятки картин, а это значит, что, как и 90 лет назад, в павильонах кричат мотор.